175-й раз я сажусь заниматься английским языком. На этом канале я изучаю английский, теорию музыки, учусь играть на гитаре, на пианино, петь. В общем, делаю все для того, чтобы освоить музыкальные навыки и получить Грэмми. Это глобальная цель. Но чтобы получить Грэмми, надо для начала выучить английский. И для английского нужен словарный запас. Словарный запас я формирую с помощью программы Anki. Кстати говоря, я ее запустил или нет? Да, запустил. Делаю карточки. Карточки мне помогают запоминать лучше всего. Но я не просто делаю карточки, а карточки такие, чтобы можно было максимальное количество сенсорных систем включить в работу. То есть я слово вижу, слышу, как оно произносится, вижу какую-то картинку, предложение с использованием этого слова, чтобы в контексте воспринимать информацию. Ну, в общем, сам себе как могу помогаю. Так, синхронизация есть. Все, поехали. Продолжаю работать со словами длиной 4 символа. Скоро я надеюсь, что они закончатся. Уже надоели, честно говоря. Tell – сказать. Test – тестировать. Text – then, that, them, они. Then – такие слова простые, которые вроде как знаешь. Them, then, затем, then, they, они, what, when, когда, whom, кто, wife, park, part, past, вот path, path может быть интересным словом. Path, путь, ну да, ничего интересного. Pick, это pick, pick, shop, магазин, shot, выстрел, shot, shot. Show, это show, shut, закрывать, shut up. Давай посмотрим перевод. Что это значит, shut? Ой, не то. Закрыть. Закрыть, закрыть, запирать, захлопывать, затворить, все это закрытие. Закрыть, закрытие. Закрыть, закрытие. Так, uncle, now can shut the door. Да, можно просто это и оставить. Shut. He shut the door. He shut the door. He shut the door. Dun, dun. Dun. О, хорошо. Shut. Картинка какая интересная. Поехали. Первые слова всегда даются тяжеловато. Так, это удаляем сразу, чтобы не мельтешило. А, болен, да, болен. Слово пригодится. Больной. Больной, слабый, заболеть. Больной, слабый, заболеть. Больной, слабый, заболеть. They are a little sick themselves. Как sick, коротко, да? Вообще хотелось бы американское произношение услышать. Sick. 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 Как будто бы sit. Sick. А что я хотел дальше сделать? Ага. Sick.
Картинка и слово. Ой. I am on sick. Sick leave. Что такое sick leave? По болезни. Alright, I feel sick. They are a little sick themselves. They are a little sick themselves. Sick. Side. Сторона. Sing. Петь. Sight. Sight. Это что? Это sight? Это sight. А вот, кстати, это участок. Да. Местоположение. Участок. Узел. Площадка. А, стой, площадка. Местоположение. Сайт. Участок. Узел. Стройплощадка. Местоположение. Сайт. Участок. Узел. Стройплощадка. This is the site of your final test. This is the site of our... Блин. Site. 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 This is the site of your final test. This is the site of your final test. Так, сайт. А, вот там стройплощадка была, да. Сайт, да, это локейшн. Короче говоря, про локацию. Сайт, to give someone credit. The ability to see. Окей. Size, размер, skin, кожа, sleep, спать, sleep, сон. Это другой sleep, это sleep. А нам надо sleep. Ладно, скользить. Подсунуть. Подсунуть, давайте. Скользить, подсунуть, натянуть. Скользить, подсунуть, натянуть. Slip. Так, ну как ты будешь произноситься, slip? Slip. Slip. Run out of the light and slip into the dark. Run out of the light and slip in... Нет, неправильно, slip. Slip. And slip. Run out of the light and slip into the dark. Run out of the light and slip into the dark. О, как интересно. Одежда какая-то.
Ну, сползать это понятно, а как это связано с одеждой? Какая-то одежда. Deposit slip. Slip-ins. А что это значит? Что мне на слово slip показывают трусы? Slip on flanges, lapture flanges. Какие-то скользящие фланцы и какие-то другие. Вот, forward slip, side slip. Ну, какие-то разные варианты скольжения. Slow, медленно, snow, снег, soft, мягкий. Ну, хотя нежный, soft, softly нежно, да? Мягкий. Повторить. Мягкий. На, тихий. Безалкогольный. Мягкий, тихий, безалкогольный. Мягкий, тихий, безалкогольный. Мягкий, тихий, безалкогольный софт. His oriental carpet felt soft and warm. Это сюда. А warm как произнести правильно? Warm. Warm. His oriental carpet felt soft and warm. His oriental carpet felt soft and warm. Soft. Soft. Soft через А даже. Soft. His oriental carpet felt soft and warm. His oriental carpet felt soft and warm. Soft. Soft skill. Есть такие soft skill, hard skill. Мягкий, окей. Song, soon, sort, сортировать. Soul, душа, soup, spin. Типа крутить, вертеть или что это? Вращение, да? Это надо записать. Вращение, штопор, интересно, плести, крутить. Ой, что за сегодня? Никаких сил нет вообще. А я только проснулся. Вращение, штопор. Плести, крутить. Вращение, штопор, плести, крутить. Are we ready to spin? Thirty percent of spin. Are we ready to spin?
Are we ready to spin? Ну понятно, что спиннер. Будет всем показывать. Spin distractor. Where is that? Такое состояние сейчас, как будто сейчас упаду и усну. Да. Spot. Spot — это пятно. Да, и вот это надо, хорошее слово. Пятно, точка. Прыщ, так еще называют, да. Точка, место, пятно. Увидеть, заметить, определить. Точка, место. О, блядь, что сегодня такое? Увидеть, заметить, определить. Что сегодня такое? О, да. Вставать рано, вот я научился, а ложиться рано не научился. На одно без другого что-то не работает. Так. So that makes me the chicken with the spot of blood. That makes me the chicken with the spot of blood. That makes me the chicken with the spot of blood. Вот спот, была у меня такая, да, картинка. Spot. Star, звезда, stay, оставаться. Step, шаг. Stop, stop, sure, уверенность. Sure, уверенность. Какое-то нехорошее состояние сегодня совсем. Угу. Да. Swim, плавать, this at a time, время, tiny, tiny penis, маленький penis, крошечный, tiny, да, тайный даже можно сказать, крошечный, маленький. Ну то, что на это все седоли бы. Крошечный, маленький. Крошечный, маленький. Tiny. Tiny terriers ones, which she was very fond of. She had a tiny...
She had a tiny terrier. It's a tiny factor. Как ты ел? Terrier. Terrier. She had a tiny terrier. She had a tiny terrier. Все, последнее слово похоже. Сейчас. Не знаю, что буду делать дальше. Но что-то сегодня не идет. Сейчас. Tiny Glade. Тайни. Что-то сегодня непруха. Так. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, еще пару слов-то надо засунуть, чтобы хотя бы 10 было. Тайни. Это я не понял. Я тайны уже... Внес? Внес уже. Тон. 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 Тонус, интонация, да. Тул, инструмент. Тур. Тур. Таун. Город. Три. Трип. Путешествие. Тру, правда. Тюб. Тюб, это еще труба. Труба, камера, шланг. Труба, камера, шланг. Иди, идем теперь по стыковочному шлангу. I need a length of tube. А, мне нужно много шланга, да. I need a length of tubing. I need a length of tubing. Tube. Это девятое. И последнее. Turn. Поворачивай. Twin. Близнец. Да, надо запомнить. Близнец, двойник. Близнец, двойник. Близнец, двойник. You gave my twin sister chlamydia. Это что за пример такой? My wife and I had twin baby girls. Вот это нормально. My wife and I had twin baby girls. My wife and I had twin baby girls. Conjoined twins.
Все, 10 новых слов есть, на сегодня хватит. Что-то сегодня прям вообще дело не идет. Осталось-то чуть-чуть совсем. 50 слов обработал, отлично. Да, ну в следующий раз тогда получается я слова четырехбуквенные закончу. И перейду уже к каким-то более интересным словам. Большим длинным, и их должно быть дофигища. Да, дофигища. Ну, кстати, да, кстати, дофигища. Надо будет сортировку поменять. Да. Как я сортировал-то, ё-моё? Sort sheet A to Z. Да, все правильно. А, вот они появились, пяти буквенные слова. Ну вот, все вроде нормально отсортировалось, дофига пяти буквенных слов. Все, на сегодня хватит. Не знаю, что делать даже.